Привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня уже 14 февраля. На улице отличная погода. Немножко, конечно, ветер метет, но тем не менее погода классная. Жду мужа. Мы сейчас хотим съездить в строительный магазин. Я говорила еще летом, что мы затеяли ремонт в детской, но как-то все до него руки не доходил. Поэтому так и не сделали. Ну вот сегодня поедем, посмотрим обои. Обои, клей, в общем, все сопутствующее. И плюс мне надо коврик в прихожую купить, потому что у меня плитка на полу, на кухне, по всей прихожей, полы холодные. Как-то вот свекры делали ремонт, когда не предусмотрели, что пол будет холоднючим. Ну и хочу посмотреть, потому что Рита, когда приходит в гости, бегает по холодному полу, это, конечно, не дело. На окна не обращайте внимания. Не мою, потому что я уже, как я сказала, буду сейчас делать ремонт и уже потом помою хорошо здесь в комнате окна. Девчонки, извиняюсь за голос. Заболели. Все дружно, всем семейством. Один папа у нас держится, не болеет, остальные все заболели. Сын, невестка, внучка, бабушка, сваты. В общем, все больные, все болеют. Погода, видимо, сейчас такая, что несложно заболеть. Но вот как я умудрилась, конечно, надо уметь. Устала уже болеть, честно говоря. Опять я заболела, опять мучаюсь. Это уже ненормально. Нужно идти к врачам и, наверное, выписывать какие-то или витамины, или что-то, поднимать иммунитет. Так что, кто знает, советуйте, может, что-то можно есть. Ой, стекло прям вообще красное. Так, всем привет, добро пожаловать на мой канал, с вами Оксана. Ездили сегодня по делам. Ну и заезжали в магазин, заезжали в Магнит, который семейный, да, большой, наверное. Я их путаю. Так, мы заезжали в Магнит. Купили майонез. Мне нравится Слобода, потому что у него очень хороший состав. Девочки. То есть ничего лишнего. Никаких подсластителей, загустителей и так далее. Очень нравится. Хороший майонез. Поэтому беру. Просили цены. Так, ну, по цене этот майонез 49 рублей стоит. Дальше. Купили, вот такую взяла, моцареллу для салата. Такие шарики, нравится. Стоила она по акции, у них 129 рублей. Дальше чесночный соус. Иногда заправляю им салат, иногда так с чем-то, им с пельменями, еще что. Нам нравится, не очень полезно, но нравится. 186 рублей. Взяла вот такие сливки. Одни для пасты. Будем делать пасту. Часто делаем, поэтому. И одни сливки 10% для кофе. Так, сливки. Сейчас я вам скажу. Сливки стоили 95 и 69 рублей. Вот такие вот. По 250 грамм малышки. Дальше взяла два пирожка, они там что-то копейки стоят. Ну, то сейчас кофе попить и такой вот бутерброд. А потом уже готовить ужин. Взяла булгур, что-то у нас в городе вообще невозможно найти булгур. В общем, взяла, это была последняя пачка с овощами. И вот такую взяла. Первый раз такую вижу. Так, сейчас я вам скажу. Сейчас я вам скажу. Булгур готовый стоил 76 рублей. И который 59 рублей в этой коробочке. Так, ну и взяли фасоль. Стручковую, два пакета. Мне нравится. Замороженную. И муж взял сосиски. Сосиски стоят. Так, сейчас я вам скажу. Так, сосиски стоили 286 рублей, фасоль,
Фасоль, девчонки, не вижу. Ну, в общем, она и недорогая. Так, фасоль. 191 рубль. В общем, вот такие у нас были покупки. Взяла еще пару раскрасок журналов. 133 рубля и 82 рубля. Все это вышло. 1556 рублей. 1500, в общем, смотреть не на что. Ну, а уже по традиции другие покупки, вещи, там не вещи, покажу вам отдельно. Так, девчонки, купила еще один, повторила, контейнер, что-то мне не хватает. Нужно, наверное, купить еще парочку таких и один, ну или два таких же, только больших. Здесь объем у нас, забыла уже, 1,3. Там есть гораздо больше, вот я думаю взять большой. И уже даже приклеила вот этикетку просто для вас. Да, пшено. Хочу пересыпать крупу сюда. Вот такое покрывало в магазине. У нас есть такой недорогой магазин. Взяла. Мне нравится, что оно большое. Кровать застилать именно как покрывало его. Взяла. И оно вот с такими смешными бубонами по краю. Вот, не знаю, посмотрим, что получится в итоге. Насколько хватит этих бубонов. Ну, в общем-то, такой бюджетный вариант. Плюшевая достаточно, в меру плотная. Такого вот красивого цвета. Кофе. С молоком, наверное. Ну, в общем, посмотрим размер у него. 220 на 230. Наверное, мне нужно было бы 180 на 220, ну, не было. Были цвета разные, я решила взять такой цвет. Посмотрим, как будет на кровати смотреться. Пришли мы уже с магазином. Купили вот такие обои в детскую для Марго. Холодное сердце. Диснеевская коллекция у них. Это винил, по-моему, винил на флизелиновой основе, да? Но могу ошибаться. Как правильно их называть? В общем, вот такие очень красивые обои. Будем клеить, не знаю. Дедушке понравились такие, сказал, будут внучки. Вот такие обои. Взяли сразу клей. Дали нам. Такой вот взяли пару пачек клея. И взяли кисть. В общем, все это добро носили с ценами. В общем, все это добро обошлось нам вот в такую вот совсем маленькую денежку. Ужас, конечно. Обошлось нам 10 224 рубля 77 копеек. Обои. Прошу прощения, болею. Как уже говорила, купили вот такие вот еще защиту на углы. Круглые в Галамарте. Стоили там в районе 100 рублей. В общем, взяли для Марго. Розетку надо в комнате заменить. Решили взять двойную. В Галамарте взяла также. Других не было. Ну и так как обои клеить, взяла большие пакеты под мусор. Так, еще одну пакет клея. Заходили в Спортмастер. Нам нужны были такие вот обычные шарики теннисные. Взяли. Стоили 229 рублей. Взял муж. И да, 229 рублей. Сейчас вам скажу. И взяли носки. Не поверите. На вырост. Такие малепусенькие носочки с Микки Маусом. Там внутри тоже Микки Маус. В общем, взяли. Пусть будут. Они есть не просят. Ножка растет быстро. Они маленькие. На самом деле, это просто их так разложили по периметру. Это они небольшие. Взяли одну пару. Посмотрим. Нравится у нас дедушке все, что с Микки Маусом. Все у нас у Риты сразу появляется. В общем,
Неплохие так. Ну, не знаю, попробуем. Посмотрим, что вот за носочки. Это интересно, пятку они вывернули. Будем носить. Как я уже сказала, 230. Я расположу правильно. 379 рублей стоили со скидкой. Плюс карта. Вот такие вот были покупочки небольшие сегодня.